Они говорят, русские первые финальный забег юношей, 400 метров с барьерами. Три забега будет проведено среди юношей на этой дистанции. Александр Грезин по Выборгской спортивной школе победил в первом забеге юношей. Она была вообще первый забег юношей 400 метров с барьерами. И одновременно проходит соревнование чемпионата и первенство Санкт-Петербурга в спортивной ходьбе на 5 километров в разных возрастных группах. Георгий Иванов, Выборгская спортивная школа, победил во втором забеге. И еще один, третий заключительный забег. Внимание! На беговой дорожке третий заключительный забег юноши. Напомним результат предыдущего забега 59,80. Этот результат показал Георгий Иванов, Выборгская спортивная школа. Артем Волынец, Академия легкой атлетики, первым преодолевает в последней борьбе. И Матвей Кульков, вторая борьба на финише, заканчивает дистанцию. Это старт первого финального заряда мужчин на 400 метров с барьерами. Среди мужчин будет проведено два забега. Егор Абрамов, школа высшего спортивного мастерства, победил в первом забеге. На танце второму заключительному забегу мужчин на 400 метров с барьерами. Genius!
Алексей Головин, Невская спортивная школа, победил во втором забеге.